Помощь в реализации материнского капитала всего за один день. Без справок о доходах, низкие требования. Просто, быстро, легко. Звоните 509-002, улица Генделя, 5. А в это время в Лос-Анджелесе продолжают дарить подарки. Вот и эта девочка через мгновение станет счастливой обладательницей этой огромной и пустой коробки. Можно только представить себе мысли, пробежавшие в голове этой крохи. А ведь всего-то котенок выпрыгнул из подарочной коробки незамеченным до того, как малышка успела увидеть его внутри. С другой стороны, ну не выпрыгни котейка из коробки. Разве посмотрели бы этот ролик сотни тысяч людей по всему миру? Ну вот и пришло время встать из-за стола с оливье и селедкой под шубой. И с прискорбием отметить, ни один, ни другой салат не прошел, так сказать, мимо нашей фигуры. Ловите свежую, мотивационную подборочку фотографий самых привлекательных тренеров планеты. Ну что, вам по-прежнему кажется, что йога или фитнес – это скучно и монотонно? Я так понимаю, что уже и смысла никакого нет продолжать эту новость, ведь вы уже на пороге фитнес-клубов. Записывайтесь на индивидуальную тренировку. Ну и как вишенка на торте – самая добрая новость нового года и новой рабочей недели. Шел себе житель Китая и совершенно случайно рассыпал 25 тысяч юаней, а это, к слову, 223 тысячи рублей. Дальше могло произойти все, что угодно. Суровый китайский ветер мог беспощадно раскидать купюры по китайским же улицам. Люди, поиздержавшиеся после затяжных праздников, могли накинуться на разяву. Но нет, случайные прохожие, сердобольные китайцы бросили все дела и ринулись собирать улетающие деньги. Собирать, чтобы отдать хозяину. Совместными усилиями вся наличность была собрана. А как бы сделали вы? Уверена, что так же.